Добрый день, Ютуб и его обитатели. Сегодня хочу вам рассказать про такой интересный девайс, как вот фонарик фирмы Stellion. Такая вот фирма интересная. В чем прикол этого фонарика? Обычно вроде бы на фонарик тут батарейки просто подсели, вот, как бы, светит, ну, где-то метров на 5, не больше. Вот так здесь меняются батареечки, таблетки LR44. Вот такие вот здесь. Продается он на заправках обычно, но покупал я его как бы не потому, что он фонарик. Ну, как бы фонарик тоже. Потому что здесь есть очень интересный такой вот девайсик. Вот так вот берем его. И вот так вот превращается он в такую вот указочку. Интересно. Для чего эта указка? Ну, к примеру, вот, многие водители, автолюбители часто сталкивались с такой проблемой, как ремонт там, под капотом чего-либо. И падением то ключа, то гайки, то еще там какого-либо металлического предмета на защиту, либо просто под машину на землю. Бывают такие ситуации, когда машина нельзя отъехать, потому что двигатель разобранный, да, и достать запчасти или ключ очень проблематично, либо крепежную деталь какую-то. Поэтому для чего служит вот эта вот указочка, она длиной где-то сантиметров, наверное, 40. Вот, допустим, берем, да, вот любой у меня здесь есть в мастерской, шпринтика. Оп. То есть на конце мощнейший магнит стоит, который цепляет, ну, ага, еле оторвал. Удобно. Плюс тому, кончик можно вот так вот завернуть, мягкий. Он сделан с такого вот, не знаю, как называется, раньше такие старые лампы так делались настольные, вот с такой вот интересной штучки. То есть его можно так завернуть, можно так, в любую сторону. Складывается он элементарно. Процепился вообще. Вот так вот раз. Вот так вот. Вот так вот. Раз. И все. И превращается он опять в фонарик. Даже начал ярче светить, интересно. Угу. Как еще светит. То есть, фонарик для чего? Что-то упало, подсветили даже там вечером. Достали и прикрутили на машину. Вот такая вот штучка интересная. Пишите, обсуждайте. Всего доброго.